Гродненская хоральная синагога становится еще одним популярным выставочным залом города. Накануне Большого архитектурного совета с участием руководства Белорусского союза архитекторов здесь открыта выставка творчества молодых гродненских зодчих. Собственно, это их портфолио для вступления в профессиональную республиканскую организацию, которая позволит расширить грани талантливых людей. Помогал готовить пополнение в архитектурный союз Александр Штен. В нем он сам уже много лет известная личность. Выставка, которая организуется в синагоге, мы не считаем это что-то выдающимся каким-то событием. Это должны быть вообще рядовые действия творческих людей ежегодно, а может быть и почаще. Вот собрались несколько молодых архитекторов, которые, в общем-то, все работают давно, но мы же их не знаем. Поэтому решили организовать выставку, а заодно это событие приурочили еще к тому, что они будут вступать в союз архитекторов. Несмотря на возраст, у молодых людей уже много достижений. Даже за рубежом есть некоторые объекты, созданные по их проектам. Но все они мечтают самое лучшее здание придумать и возвести в родной Беларуси. И мы на это надеемся.